Дверочка от компании Monolith. Модель двери скала. Укомплектована данная дверь тремя замочками, фирменной защитной фурнитурой. Замки защищены 14 миллиметрами обычного металла, с внешней и с внутренней стороны по 14. Плюс каленые пластины полностью на все корпуса замков 12-миллиметровые. По 12 миллиметров каленого металла и по 14 миллиметров обычного. Защита ригелей также реализована каленым металлом и обычным. В двух плоскостях, как с торца, защищено 10 миллиметрами обычного металла и 6 каленого. Так и фронтально защищены 20 миллиметрами каленого металла, 20 миллиметрами обычного металла и 6 каленого. Петлевая сторона двери оснащена 9 противосъемами, 20 миллиметров. 25 миллиметров их длина и 16 миллиметров диаметр. Замки все взаимосвязаны. Верхний замок блокирует оба нижних замка. Дополнительные ригели, тяги вверх-вниз идут из нержавейки 22 миллиметра в диаметре. Вот такая вот скала. Ну и отдельно, конечно, внимание, это броненакладки. Они тоже уникальные. Толщина металла здесь от 20 до 40 миллиметров каленого.